7-летняя тихо нагодовалая Маша пришли с мамой к доктору, но не на прием, а чтобы в очередной раз сказать спасибо. Методика лечения, которую разработал гинеколог Владимир Дурасов, помогает женщинам забеременеть, выносить и родить долгожданных детей. Конечно, волнений очень много было, тревог. Конечно, все это ждали, как хрустальную вазу там лелеяли. Конечно, очень много было волнений. Это был шок. Ну, шок радости такой, так скажем. Мужа очень обрадовала, когда сказала, он, когда я пришла сюда, спросила вас, ну что, я говорю, все хорошо. Он говорит, кто, девочка? Я говорю, нет. Он, мальчик? Нет. Он говорит, а кто? Я говорю, две девочки. То есть это, конечно, была двойная радость. Больше 30 лет Владимир Дурасов работает врачом. Пятая медсанчасть Кировского района давно стала вторым домом. Именно здесь он провел сотни операций. Благодарность за свой труд от президента России Владимира Путина заняла почетное место на рабочем столе самарского доктора. А в сердце он хранит память обо всех пациентках, которым он помог. Я помню каждую пациентку, которую я оперировал. Когда бы я не выполнил операцию 20-30 лет назад, если я ее увижу, я ее всегда вспомню. Она навсегда оставляет след в моем сердце, но также забирает часть нашей души. И поэтому говорят, что хирург, светя другим, сгорает сам. 10 минут на интервью и опять в операционную. Спасать жизни, лечить женщин, которые так страстно желают стать матерями. Коллеги в один голос говорят, награда Владимира Дурасова заслуженная. Он врач с большой буквы и человек огромного сердца. Он профессионал, большой профессионал, с большим опытом. И, конечно, у него есть чему поучиться, есть к чему прислушаться. И это очень сильно помогает в работе. Делать свое дело, быть грамотным и чутким. Не зря говорят, что врач – это не профессия, а призвание. И лучшая похвала – это слова благодарности от пациентов, которые уверены, что доктор Дурасов умеет творить чудеса. Марьяна Мирная, Игорь Растегаев. События.